На мониторе вы видите изображение одной из четырех видеокамер заповедного Прибайкалия, которые мы устанавливаем на территории Прибайкальского нацпарка, либо рядом с ним. Задачи этих камер – мониторинг лесных пожаров и осмотр территории. Конкретно прямо сейчас вы видите возгорание лесного массива. Это, слава богу, не наша территория, не территория нацпарка. Данные камеры позволяют зумировать довольно сильно, до 20 крат у них оптический зум, что позволяет просматривать огромные расстояния, причем высокой детализации. Размещены они на вышках сотовых операторов. Конкретно данная камера расположена недалеко от железнодорожной станции Андриановско-Култукского тракта, и она осматривает Маритуйская часть Половинского и очень немножко Байкальского лесничества. Вторая камера будет расположена в Листвянке практически, в самом поселке, и позволит нам осматривать Листвянское лесничество и лесничество Большая речка. А еще две камеры расположены на острове Ольхон, соответственно, будем покрывать полностью всю территорию этого замечательного острова. Следующие три камеры планируется запустить в эксплуатацию в течение ближайших двух недель.